дорогие друзья! И вновь с вами Сергей Ковалев, украинский рок-музыкант и преподаватель. Мы с вами уже прошли довольно много, и есть смысл вернуться к более простым вещам, тем более, что они не так просты, какими кажутся. Как гласит мудрая латинская пословица, «Repetitio est mater studiorum», то бишь повторение, мать учения. Итак, мои ученики часто меня спрашивают, как добиться хорошей техники. Ну что ж, о технике мы с вами еще поговорим чуть позже. Конечно же, тот, у кого хорошая техника, тот хороший музыкант. Скажем, если вы играете... значит, вы хороший музыкант. Одним словом, чем больше соли и перца, тем лучше. Бррр. Конечно же, абсолютно не так. В любом рецепте написано «соль и перец по вкусу» и «доводить до готовности». А вот это самое чувство вкуса, оно является загадкой или, если хотите, фактором чуда. На самом же деле, хороший музыкант, он не постесняется играть одиночные ноты. Если, конечно, это нужно. Если, как мы уже с вами говорили, по вкусу. А можно ли сыграть блюз на одной ноте? Конечно же, можно. Я вам сейчас его покажу. Итак, начали. Правая рука находим до второй октавы. И играем прием репетиция. Задействованы у нас с вами второй и третий пальцы. Получается вот так. Левая рука. Находим ноту до с ямочкой или с царапкой. До септаккорд. Фа септаккорд. До септаккорд. Бас. До, ре, ми, бемоль, ми. Фа септаккорд, субдоминанта. До септаккорд. До, си, си, бемоль, ля. Соль септаккорд. Дальше помните, после доминанты в блюзе субдоминанта. Фа септаккорд. И кода. До, ми, фа, фа, ди, соль, ля, си, до. И в правой руке я беру аккорд с тритоновой заменой. Ми, си, бемоль, ре. Это у нас урок «Блюзовая гармония». Урок номер два, если кто-то забыл. Итак, еще раз. Еще раз играю полностью блюз на одной ноте. На сегодня все. С вами был Сергей Ковалев. Всех благ. До свидания.